Смотрите информационную программу «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Имущество Беломорской нефтебазы распродадут по кускам через торги. Гранты на инновации. Какие проекты будут реализованы в этом году в Кандалакшском районе? Снова путаница с квитанциями за капремонт. Что делать собственникам жилья? Северяне снова недовольны суммами в квитанциях за капитальный ремонт. В счетах за февраль, которые уже получили граждане, не отражена оплата за предыдущие месяцы. Жители Мурманской области в массовом порядке обращаются сейчас за разъяснениями в фонд капитального ремонта и в администрацию района. Там поясняют, произошел системный сбой. Выписки из ряда финансовых учреждений, где граждане производили оплату, не имеют конкретного назначения платежа. Дело в том, что платежные агенты не дали по адресный список тех денежных средств, которые к ним поступили, соответственно, они попали на невыясненные платежи. И они говорят о том, что в следующем месяце эта техническая ошибка будет устранена, и квитанции будут учтены. Эта информация размещена и на сайте фонда. Я думаю, что мы разместим эту официальную информацию от фонда на сайте администрации. В настоящее время фонд капитального ремонта выясняет всю информацию о плательщиках. К моменту выставления счетов за март все неточности будут устранены. Северян просят не поддаваться панике и во избежание спорных моментов сохранять оплаченные квитанции. Пустить с молотка имущественный комплекс Беломорской нефтебазы, реализовать его с торгов по частям. С таким предложением конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд. Если судебные органы примут его сторону, то уже в середине апреля может быть объявлен первый аукцион. Пойти на такой шаг конкурсный управляющий вынужден был неспроста. Дело в том, что собрание кредиторов Беломорской нефтебазы не торопится с принятием решения о порядке и сроках реализации имущества предприятия. Очередное заседание снова было сорвано из-за отсутствия кворума. Крайними в этой ситуации остаются бывшие работники нефтебазы. Предприятие «Банкрот» до сих пор не может погасить задолженность по заработной плате. В случае, если арбитражный суд примет позицию конкурсного управляющего, то шансов получить причитающиеся по закону у бывших работников нефтебазы станет больше. В прокуратуре города была проведена рабочая группа с участием конкурсного управляющего, на котором он рассказал, что данным порядком предусмотрено, что имущество нефтебазы будет продаваться отдельными лотами, то есть отдельно имущество нефтебазы, которое занято производственным комплексом, и отдельно имущество – это остатки нефтепродуктов. В том числе наиболее перспективной для реализации представляются остатки газового конденсата, рыночная стоимость которого, согласно произведенной оценке, составляет около 100 миллионов рублей, что позволит погасить текущую задолженность по зарплате в полном объеме и частично реестровую задолженность по зарплате. Таким образом, 2 апреля, в случае утверждения арбитражным судом данного предложения конкурсного управляющего, после вступления определения суда в законную силу, конкурсный управляющий сможет объявить торги по продаже имущества, и от реализации имущества будет погашаться задолженность. В общем, бывшим работникам нефтебазы есть на что надеяться, а вот с портом Витино, как говорится, все сложно. Решение о банкротстве данного предприятия до сих пор не принято. Рассмотрение дела по данному вопросу в арбитражном суде постоянно откладывается. На этот раз до 2 сентября текущего года. Таким образом, ликвидация порта Витина пока не происходит. Соответственно, работникам пока даже не на что надеяться в плане реализации имущества, потому что пока не будет решен вопрос об открытии конкурсного производства, либо о продолжении ликвидации, ликвидатор не имеет права реализовывать имущество предприятия. Два с половиной миллиона рублей – таков общий размер гранта, который в этом году получили образовательные учреждения Кандалакшского района. Не все, конечно, а только три – вторая, десятая школы и Зеленоборский центр развития творчества детей и юношества. Именно они стали победителями конкурсного отбора, который проводился региональным министерством образования и науки. Сегодня руководители образовательных учреждений с победой в конкурсе на получение грантов лично поздравил глава муниципального образования. Александр Богданов выразил надежду на то, что выделенные средства позволят не только улучшить материально-техническую базу школ, но и разнообразят образовательную программу. Особенно актуально это сейчас для отдаленных населенных пунктов. Так, например, в Зеленоборском центре развития творчества детей и юношества собираются реализовывать проект «Конструкторское бюро. Игрушка будущего». Размер гранта, выделенного на эти цели, составляет 500 000 рублей.
3-4 класс, они уже столкнутся с первыми роботами Тайега Виду, который подключается к компьютеру и программируется. То есть из кирпичиков, опять же, Лего строится уже робот, какая-то игрушка, программируется при помощи компьютера, и эта игрушка начинает работать. Очень интересная работа. Модели, причем эти вот кирпичики Лего позволяют делать различные модели. Там 24 модели ребенок может построить за время обучения. Вообще идей в этом направлении очень много, потому что как бы направление, которое вот сейчас очень актуально, потому что России нужны инженеры, конструкторы, высокотехнологичные вот такие образованные люди. Поддержка региональных властей в виде гранта оказана также 10-й школе. Здесь собираются вывести на качественно новый уровень процесс организации дистанционного обучения. Специальное оборудование, необходимое для этих целей, будет приобретено в ближайшее время. Также грант в размере 1 миллион рублей получила и 2-я школа. Средства направят на переоборудование физической лаборатории. Кандалакши не часто балуют своими визитами именитые артисты и эстрадные исполнители. И, может быть, к лучшему. Ведь у нас своих талантов самородков хоть отбавляй. Это в очередной раз доказали всем организаторы конкурса «Народный артист городского масштаба». Второй этап этого творческого состязания состоялся накануне во Дворце культуры «Металлург». Занятие творчеством – процесс живой, поэтому нет ничего странного в том, что организаторы немного поменяли программу традиционного конкурса «Народный артист городского масштаба». От этого он только выиграл и показал, на что способны местные таланты. На этот раз третий по счету конкурс было решено проводить в 2 этапа. Сначала участники песенного состязания выступали с сольными партиями. Ну а в эту субботу новым звездам предстояло спеть дуэтом с победителями прошлых лет. Чтобы не было обид, пары определили путем жеребьевки. Получилось необычно, и порой казалось, как всего за несколько недель два совершенно непохожих исполнителя сумели найти нужные образы и подобрать оригинальный репертуар. Была одна моя песня, вторая вот «Тучка» и третья «Небо славян». Да. Ну, я, конечно, настаивала на более лирическом варианте, потому что это не мой стиль. Я первый раз рок пою, такой тяжелый. Ну, вот с подачи Руслана. Ну и как вам вот? Ну, вы знаете, да. Ну, песня эта стоит того, чтобы ее спеть. Я думаю, что, в принципе, получился. Но здесь, наверное, раз это тяжелый рок, тут, наверное, не столь важен вокал, сколько смысл песни и эмоциональная подача. Вот, мне кажется, эмоцию мы дали. А уж как там насчет вокала, жюри решит. Эмоцию залу дал и другой дуэт – Вячеслав Белов и Любовь Казачук. Исполнили песню «Дорожная» из репертуара Гарика Сукачева. Забегая вперед, скажем, что именно этот номер был отмечен членами жюри в номинации «Браво». Громких, известных, как говорится, забойных хитов на сцене ДК звучало немало. Впрочем, некоторые исполнители остановили свой выбор на лирических композициях. Так, Владимир Мылов и Юлия Сикан дуэтом спели «Летний дождь», а Маргарита Загашева и Ирина Козлова – «Колыбельную».
Всего субботним вечером на сцене ДК выступили 11 дуэтов, ярких и самобытных, сильными голосами, интересными постановками. Но конкурс есть конкурс, и последнее слово за жюри. Опытными, профессиональными музыкантами, концертмейстерами, звукорежиссерами. Каждый номер в процессе обсуждения они в буквальном смысле разбирали по нотам. Оценивалось все – голос, подача материала, репертуар, костюм, умение работать на зал. Нас предупредили, что ребята не профессионалы, что они в первый раз выходят на сцену. Поэтому жюрить строго нельзя. Ну, потому как в жюри очень профессиональные люди, конечно, придирались мы по мелочам. Вот. Отметили только то, что дуэты очень хорошо и ровненько подобраны. Смотребельны были, красивые на сцене, действительно артисты. Очень понравились душевные песни, которые обыграны были именно сценическим образом, чтобы не только мелодика была, но был образ сценический, красивый. Вот. И я думаю, что не только членам жюри, но и зрителям очень это понравилось. В итоге, по общему мнению жюри, призовые места распределились следующим образом. Третье место присуждено дуэту Надежда Машинистова, Александр Чернов. Второе – Владимир Мылов и Юлия Сикан. Победителями народного артиста стали Маргарита Загашева и Ирина Козлова. В номинации «Симпатии» отметили Александра Болотнева и Маргариту Баканину. Приз за эмоции вручили Ивану Борисову и Регине Бревновой. Номинацию «Созвучие» получили Юлия Смирнова и Екатерина Попова. Конечно, не обошлось без обид. В интернете до сих пор продолжаются обсуждения по поводу того, справедливо или нет распределились призовые места. Но споры утихнут, а осадок останется. Ведь конкурс проводился в первую очередь для того, чтобы отыскать таланты и дать им возможность проявить себя, показать, пусть на местной, но все-таки большой сцене. Это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее реклама и прогноз погоды на предстоящие сутки. Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам настроения, всего доброго. И до встречи. Увидимся завтра в это же время.